Отработку обращений граждан сотрудники дирекции благоустройства начинают с тротуара у городской клинической больницы номер 11. И вроде бы чистят здесь регулярно, но местные активисты обратили внимание на участок, где им неудобно передвигаться. Сигналы соцсетей в дирекции благоустройства оперативно взяли в разработку. Ну вот сейчас у нас работают ручники. Вот. Чуть позже пройдет трактор, посыпет пескосоляной смесью. Когда смесь начнет работать, будем уже тротуар приводить в порядок щетками. Еще один снежный тротуар на улице Тимакова. Его подметают механизированно. Это новые тракторы. Та самая техника, которую закупили в этом сезоне. Поступают обращения на платформу обратной связи, социальные сети, на аккаунт главы администрации. Идут обращения со стороны жителей. В соответствии мы проводим мониторинг этих обращений. Порядка 87 обращений было на платформу обратной связи. Оперативно отработали половину. То есть остальные тоже находятся в работе. Ежедневно на городские улицы выходят около 70 уборщиков территорий и работников зеленого хозяйства. Рабочая смена 8-12 часов, в зависимости от количества осадков. А уже ночью на рязанских улицах властвуют комбинированные дорожные машины, погрузчики, бульдозеры и другая тяжелая техника. Город продолжают интенсивно очищать от снега и по-прежнему в усиленном режиме.